глаза твои блестят и сияют, и мы решили, что никто нас не заметил. Познакомились с одними домами, стоят и горят молчики кремов. И глаза твои блестят и сияют, и мы решили, что никто нас не заметил. Мгновение общего мира, а вот яблочко на лимонке, живой воды запил, насытился, и на годы свои совсем не удивился. Мгновение общего мира, а вот яблочко на лимонке, we'll be right back.
коллективе. Я думаю, что многих из вас, я уверена, немного смутило название «Золотой саксофон». Дело в том, что коллективу 40 лет, мы ему руководим 2 года, и вот за 2 года он зазвучал вот так, как звучит сейчас. Коллектив еще молодой, многие инструменты не просто редкие, они раритетные, потому что их списали уже за негодностью, но мы их достали из подвалов и продолжаем играть. И, как вы уже догадались, тут сейчас все до кучи, молдавские мелодии, одесские песни и прочее, прочее. И мы сразу выражаем отдельную благодарность коллективу «Добра ночь», коллективу «Амстердам Клезмер Бэнд», которые нас вдохновили, и даже аранжировки которых мы играем. Вот сейчас одна из таких. Thank you.
хоп, чина-да, 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 чина-да. Прям согрелись, вы нас согрели. Спасибо. Любим мы Крутушку, любим этот звук, которого нет в нашем Цемлянске. Хоть написал про него Пушкин, что Цемлянское игристое, но пока что это все, что мы там имеем. Вот. А сейчас песня известная и многим любимая. Я думаю, что даже вы ее знаете. «Лимончики». Слушай, говорю.